Металл, который плавится в ваших руках. Существование жидких металлов, таких как ртуть, и способность металла принимать жидкое состояние при определенной температуре общеизвестны. Но твердый металл, тающий в руках как мороженое, это необычное явление. Этот металл называется галлием. Он плавится при комнатной температуре и для практического использования непригоден. Если поместить предмет из галлия в стакан с горячей жидкостью, он растворится прямо на ваших глазах. Кроме того, галлий способен сделать алюминий очень хрупким. Достаточно просто поместить каплю галлия на алюминиевую поверхность. Газ, способный удерживать твердые предметы. Этот газ тяжелее воздуха, и если наполнить им закрытый контейнер, он осядет на дно. Так же, как вода, гексафторид серы способен выдержать менее плотные объекты, например, кораблик из фольги. Бесцветный газ удерживает предмет на своей поверхности, и создается впечатление, что кораблик парит. Гексафторид серы можно вычерпать из контейнера обычным стаканом, тогда кораблик плавно опустится на дно. Кроме того, за счет своей тяжести газ снижает частоту любого звука, проходящего сквозь него, и если вдохнуть немного гексафторида серы, ваш голос будет звучать как зловещий баритон доктора Зло. Гидрофобные покрытия. Зеленая плитка на фото вовсе не желе, а подкрашенная вода. Она находится на плоской пластине по краям, обработанной гидрофторидным покрытием. Покрытие отталкивает воду, и капли принимают выпуклую форму. В середине белой поверхности есть идеальный необработанный квадрат, и вода скапливается там. Капля, помещенная на обработанную область, немедленно потечет к необработанной части и сольется с остальной водой. Если вы макнете обработанный гидрофобным покрытием палец в стакан с водой, он останется полностью сухим, а вокруг него образуется пузырь. Вода будет отчаянно пытаться убежать от вас. На основе таких веществ планируется создание водоотталкивающей одежды и стекол для автомобилей. Спонтанно взрывающийся порошок. Нитрит триода выглядит как комок грязи, но внешность обманчива. Этот материал настолько нестабилен, что легкого касания пера достаточно, чтобы произошел взрыв. Используется материал исключительно для экспериментов. Его опасно даже перемещать с места на место. Когда материал взрывается, появляется красивый фиолетовый дым. Аналогичным веществом является фульминат серебра. Он также не применяется нигде и годится разве что для изготовления бомбочек. Горячий лед. Горячий лед, известный также как ацетат натрия, представляет собой жидкость, затвердевающую при малейшем воздействии. От простого прикосновения он из жидкого состояния мгновенно трансформируется в твердый, как лед, кристалл. На всей поверхности образуются узоры, как на окнах в мороз. Процесс продолжается несколько секунд, пока все вещество не замерзнет. При нажатии образуется центр кристаллизации, от которого молекулам по цепочке передается информация о новом состоянии. Конечно, в итоге образуется вовсе не лед, как следует из названия. Вещество на ощупь довольно теплое, охлаждается очень медленно и используется для изготовления химических грелок. Металл, обладающий памятью. Нитинол, сплав никеля и титана, имеет впечатляющую способность запоминать свою первоначальную форму и возвращаться к ней после деформации. Все, что для этого требуется, немного тепла. Например, можно капнуть на сплав теплой водой, и он примет первоначальную форму, независимо от того, насколько сильно был до этого искажен. В настоящее время разрабатываются способы его практического применения. Например, было бы разумно делать из такого материала очки. Если они случайно погнутся, нужно просто подставить их под струю теплой воды. Конечно, неизвестно, будут ли когда-нибудь делать из нитинола автомобили или еще что-то серьезное, но свойства сплава впечатляют. Имеются два одинаковых стеклянных шара и один стоэтажный дом. Известно, что шары начинают разбиваться при ударе о землю, падая с определенного этажа. Как определить минимальное количество сбрасываний этих шаров с различных этажей, за которые можно гарантированно найти этот самый этаж? Подписывайтесь на наш второй проект «Мир тайн» – неразгаданные тайны и уникальные случаи со всего света.